Небольшой макет России в мире площадью 800 квадратных метров, который является художественным воплощением образа нашей страны. От ее дальневосточных рубежей до янтарного побережья Балтийского моря. Над его созданием трудились круглосуточно в течение 5 лет десятки самых разнообразных специалистов. Динамику композиции придают железнодорожное и автомобильное движение. Различные сценки с движущимися объектами и фигурками управляются зрителями. Более 200 железнодорожных составов проходят по хитроумным маршрутам общей протяженностью почти 2500 метров и превращают макет в единый живой организм. Каждые 15 минут с востока на запад над макетом надвигается ночь, для имитации которой задействовано почти 800 светодиодов. Море огней делает впечатление от осмотра макета действительно незабываемыми. Десятки самых различных автомобилей удивят сложностью и неповторимостью своего движения, при этом включаемые ими фары, стоп-сигналы и поворотные огни добавляют яркости экспозиции и освещают дороги в ночное время.